Врачи, аграрии, энергетики и работники других отраслей получили сегодня награды из рук губернатора за достижения в профессиональной деятельности. В торжественном зале краевой администрации вручили медали, грамоты и знаки отличия. Многим были присвоены звания заслуженных работников. Всего чествовали более 70 человек. Среди них люди совершенно разных должностей. Механизаторы, трактористы, слесари, начальники участков и производств, ученые, инженеры, ветераны и почетные деятели. Получилось так, что я, наверное, самый везучий человек в плане каком. У меня вторая медаль. У меня была медаль второй степени. Сегодня я получила медаль первой степени. Наверное, это прежде всего, вы знаете, оценка роли ветеранского движения вот как раз в вопросах улучшения качества жизни пожилых людей.